Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 2019 стартовал в Казани 22 августа. Погода в этот день была идеально солнечной. В деревне Универсиады, где проживают участники соревнований, не суетно, но видно, что все психологически готовятся к предстоящим соревнованиям. Флаги разных стран виднелись на фоне окон общежитий. Девушки из Намибии уже успели побывать в городе перед торжественным открытием чемпионата. Very beautiful, the history, the historical, the older part of Kazan. Very beautiful. And we saw all your historical buildings, how well preserved they are, yes. And how you preserve your culture of the Tatar people. The hospitality is very welcoming. And the people are great. And the people are so warm and very welcoming. The living conditions are really great. Basic, but very, very great. We feel like we are at home, like in our house. Напомним, что деревня Универсиада является кампусом для проживания студентов Казанского федерального университета. По окончании чемпионата WorldSkills Russia 2019 студенты университета заселят те же комнаты, в которых сейчас проживают участники соревнований. В связи с чемпионатом график заселения студентов в общежитие сдвигается на 2 недели. Реально к учебе студенты приступят только в середине сентября, а не 1 числа, как обычно. Более 600 волонтеров Казанского федерального университета помогают в организации соревнований WorldSkills Russia 2019. На самом деле участие студентов КФУ – это уже традиционно. Всегда студенты Казанского федерального университета составляли большую часть волонтеров при проведении в Казани крупных международных соревнований.